Аккуратно, как девочка, не так. Не знаю, как там. Вообще молодец. Перед фактом, а? Еще мана. Еще мана. Я на это не устаю, а? У меня, короче, ребенок ест и ест, ест и ест, ест и ест. Сладко? Я вообще на диете. Ты что? Девушка на диете — это самая выгодная девушка. А ничего не надо. Спасибо. Я поняла. Я все поняла. Приятно. Какие? У меня другие. Да, наверное. Дорогая. Что это за тачка была? Сейчас. Себя? Ну ладно, приветики. Так что и вкусняшки. А размечтался. Ну блин, ну я бы всегда рассчитывала немного, немножечко. Блин, а тут такие мишки берутся. Избанда. Такая избанда, да ты еще знаешь, какая забавная, ты еще знаешь, какая сумасшедшая. Эксклюзивочка. Кто это? Раньше не хочу. Доставку хочу заказать. Сейчас выберу, что сказать. Мне нужно заказать салфетку, мне нужно заказать, ну, короче, все, беру всякую, ну. Я тоже хочу сама ходить в магазины. Но у меня мелкий спит. А мне нужно купить салфетки, пожахать и приготовить. Что нужно готовить, кушать? Я хочу что-нибудь запечь вкусненькое. Не знаю, что. Блядь. Помоще. Так. Я все могу приготовить. Все. Конечно. Я что, жадная, что ли? Что
и подумай, утром опять тонет, покуда не спать. Ну не знаю, будешь ли ты доволен. Какой деловой, а? Доволен еще должен быть. А. Да ладно, каждый день новое. А у меня каждый день одного тоже не бывает, все съедается. Я не успеваю готовить, я уже, мне кажется, мучилась. Так, подожди, позже, так, мне нужна эта фигня. Я всегда думала, вот класс, приготовила на пару дней. Так прикольно, блин, не надо будет готовить завтра. Только придут, и все, ничего нет. Поэтому я даже нет, не рассчитываю, что когда-нибудь мне будет хватать еды на 2 дня. Так, сейчас, блин, я с этими продуктами замучилась. Господи. Что-то хулиганит опять. Спать ему не дает, видимо. Я вообще-то подхожу очень серьезно к выбору продуктов. Хватит смеяться надо мной. Ржет он. Ха, деловой. Сделаю все. Я когда-то хотела, а потом взяла и родила. Но в планах было. В планах у меня всегда что-то было. Пока вот. Никогда не поздно.